я сейчас же приеду. В чем же у вас проблема? У меня кашель. Вижу. У тебя першит в горле или кашель грудной? Я не знаю, но он вот такой. И когда ты начал кашлять? Когда мадам Газель стала петь. Ничего серьезного. Но кашель Педро может быть заразным. А что это значит, заразный? Когда один кашляет, иногда другие тоже начинают кашлять. Мне нужно лекарство. Всего одна ложка? Боюсь, что оно не очень вкусное. Фу! Как старый ботинок, полный джема! Спасибо, доктор Медведь. До свидания. До свидания! Так я и думал. Кашель у Педро заразный. Пес Дэнни и овечка Сьюзи заразились кашлем от Педро. Открой рот. Фу! Как будто йогурт со вкусом ковра. Фу! У него вкус цветов. Молодцы! Вы хорошо принимали лекарства. А вы когда-нибудь болеете, доктор Медведь? Нет, Пеппа. Я не болею. Я каждый день съедаю яблоко. До свидания. До свидания. Пора домой. И за детьми приехали родители. Мама, папа, а у меня кашель. К нам приезжал доктор Медведь и лечил нас. Он дал нам невкусное лекарство. Мадам Газель, теперь вы споете песню? Конечно, Пеппа. У Поли была кукла. Ну. Это дедушка пес и Дэнни. Здравствуй, Пеппа. Здравствуй, Дэнни. Мы заблудились. Заблудились? У вас навигатор сломался. Навигатор? У вас трейлер Т-3200. Навигатор входит в комплект. Добро пожаловать в автомобиль будущего. А, так вот для чего эта кнопка. Куда мы сегодня едем? Трейлер разговаривает. Умно, да? Компьютер поможет вам найти дорогу. Но откуда он знает, куда мы хотим ехать? Ты скажи ему. Здравствуйте, миссис Трейлер. Здравствуйте. Мы едем отдыхать. Вы подскажете нам дорогу? Продолжайте ехать прямо по этой дороге. Спасибо за помощь, дедушка пес. Не за что. Хорошего вам отдыха. Мы едем отдыхать на трейлере своем. Опасность, опасность. Масла мало. Какого масла? Масло помогает двигателю правильно работать. Масло может закончиться? Нет. Компьютер всегда предупреждает заранее. Масла нет. Ну вот. Хорошо, что у меня есть запасная канистра масла. Молодец, папа. Просто зальем масло в двигатель и... Ой. Что случилось? Здесь ничего нет. Двигатель исчез. Это мама овца с овечкой Сьюзи. Здравствуй, Сьюзи! Здравствуй, Пеппа! Мы двигатель потеряли. Двигатель потеряли? Да, он полностью исчез. Я хотела бы помочь, но я ничего не знаю про двигатели. Наверное, я скажу глупость, но это похоже на двигатель. Да. Папа Свин работает в этом доме. Приехали! Кто? Привет, это папа Свин. Привет, папа Свин. Можно мне нажать кнопочку? Конечно, Пеппа. Кто? Это я. Привет, я. Входите.
Нам на верхний этаж. Мы поедем в лифте. Можно я нажму? Теперь очередь Джорджа. Нажимай верхнюю, Джордж. Лифт поднимает Пеппу, Джорджа и папу Свина на верхний этаж. Верхний этаж. Двери открываются. Тут работает папа Свин. Здравствуйте все! Привет, папа Свин! Привет, папа Свин! Мистер Кролик и миссис Кошка работают с папой Свином. Я привел с собой очень важных гостей. Пеппу и Джорджа. Какая честь! Итак, приступим. Мистер Кролик, можно начать с вас? О, конечно же! Моя работа — это цифры. Я беру эти важные бумажки, беру печать и ставлю штамп. Ух ты! Какая прекрасная работа у мистера Кролика. А можно попробовать? Конечно. Сейчас найду бумагу. Вот же она! Лучше взять чистый лист. Вот, держи. Пеппе нравится ставить штампы. Мне нравится работа мистера Кролика. Пора про... Мадам Газель, можно нам съесть завтрак сейчас? Пеппа, мы будем завтракать в горах. Пеппа, а какой у тебя завтрак? Красное яблоко. А у меня зеленое. Поменяемся. Давай. Пеппа, Сьюзи, что вы делаете? Сьюзи сказала показать завтрак. Пеппа сказала поменяться. Хорошо, но лучше оставить еду для пикника. Да, мадам Газель. Автобус приехал к подножию горы. Дорога наверх очень крутая. Вперед, вперед, мы сможем! Вперед, вперед! Ура! Пеппа и ее друзья уже на вершине. Чудесный вид! Ого! 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 Кто это был? Твое эхо? Какое эхо? Эхо всегда слышно, если громко говорить в горах. Слушай его. Йоди-да-и-хо! Эхо – это весело. Пора перекусить. Пеппа обожает пикники. Все любят пикники. Где же утки? Они всегда приходят к нам на пикник. Глупенькая, уток в горах не бывает. Ой! Привет, уточки. Хотите хлебушка? Сегодня уткам повезло. Им досталось много хлеба. Папа Свин приготовил пирог для мамы Свинки. Осталось только вставить свечки. Одна, две. Вот и я. Мама Свинка уже позавтракала. Мама идет. О, нет, ей сюда нельзя. Кто там? Это мама, можно войти? Нет, нет. У вас тут что, какие-то тайны? Нет, никаких тайн. Но входить нельзя. Ясно. Мама-свинка, отдохни-ка в гостиной. Хорошо. У тебя день рождения. Хватит, Пеппа. Я знаю, где у нас гостиная. Вот хороший журнал. Спасибо, Пеппа. А вот красивая музыка. Спасибо, Пеппа. Свечек должно быть столько же, сколько маме лет. Одна, две, три... Ой-ой-ой, нам не хватает свечек. Папа, сколько маме лет? Я скажу только тихо. Ого,
Как много? Знаете, думаю, 3 свечек хватит. Пирог для мамы свинки готов. Ура! Осталось только украсить гостиную. Привет, мама. А вот и вы все. Я уже соскучилась. Мама, ты не хочешь погулять в саду, а? А у меня есть выбор. Нет. Пока, мама. Приятной прогулки. Мы позовем тебя, когда будет можно. Я и забыла, как тяжело бывает в день рождения. Папа Свин, Пеппа и Джордж украшают гостиную. Как весело! Мама, ты уже хочешь идти домой? Конечно. Закрой глаза. Только не открывай, мамочка. 1, 2, 3. Открой глаза. Поздравляю! Какой чудный сюрприз. Задуй-ка свечки. За один раз. Мама, мама, открой подарок. Угадай, что там? Не представляю. Открой и посмотри. Какое прекрасное платье! Ты красавица, мама! Тебе нужно куда-нибудь в нем сходить. Что это? 2 билета в театр на сегодня. Спасибо. Мама-свинка любит ходить в театр. А мы с бабушкой пока посидим с маленькими, а? Ура! Что за чудный день? Я самая счастливая мама в мире. И самая прекрасная. Как мы привезем еду? Папе придется плыть в магазин. Прибыл дедушка Свин на своем катере. Эй, на берегу! Прекрасная погода для морской прогулки. Да. Мы плывем в магазины. Вам что-нибудь нужно? Да, пожалуйста. Вы можете привезти нам помидоров и спагетти? Помидоров и спагетти! Попугай Полли повторяет все, что говорят. Полли будет у нас списком покупок. Кто умный попугай? Кто умный попугай? Можно нам с вами, пожалуйста? Все на борт! Смотрите, это дом овечки Сьюзи! Мы плывем в магазины. Вам что-нибудь нужно? Мама, нам нужно что-нибудь из магазина. Да, нам нужна еда на обед. Шоколад, пожалуйста. Шоколад! Здравствуй, Дэнни! Здравствуй, Пеппа. Я помогаю своему дедушке. Мы спасаем народ. Отличная для этого погода. Вам нужно что-нибудь из магазина? Может, газета? И картинки. Газета, картинки. Дедушка, а что это торчит из воды? Подлодка! По боевым местам! Эй, на борту, мои дорогие! Это дедушка-кролик на своей подлодке. Чудный день для морской прогулки. Только море и небо. Я мог бы рассказать вам. Тебе нужно что-нибудь купить? Да, сыру, пожалуйста. Сыр! Похоже, кто-то уже давно справился с обедом. Да, пора в ванную, малыш. Малыш Александр очень любит купаться. Смотри, это динозавр. А ты сможешь сказать динозавр? Он не умеет говорить, Пеппа. Но когда-нибудь ему же придется. И тогда вы узнаете, чего ему хочется.
Чем ты хочешь сейчас заняться, Александр? Кажется, он сейчас хочет пойти погулять. Он пока не ходит, но мы можем вывести его в коляске. Какая у него замечательная коляска. Да, 5 скоростей, антиблокировочная тормозная система. Какие ужасно сложные слова. Только папа вас поймет. Александру нравится, когда ты говоришь, Пеппа. Просто я очень интересная собеседница. Это голубые небеса. Ты можешь сказать «небеса»? С неба нам на голову всегда капает дождь. Скажи слово «дождь». Дождик очень любят утки, а еще всякие растения. От него бывают лужи и грязь. Пеппа нашла огромную грязную лужу. Смотри, Александр, я так люблю скакать по самой грязной грязи. Я обожаю возиться в лужах и пачкаться. Грязь. Александр наконец сказал свое первое слово. Грязь. Ура! Грязь! Это я научила его говорить. А, какой чудный день для отдыха. Папа Свин любит отдохнуть. Папа, разве ты не идешь на работу? Нет, папа, сегодня суббота. Папа Свин не работает по субботам. Папа Свин, ты опоздаешь на работу. Но сегодня суббота, мама. Или нет? Нет, сегодня четверг. О! Папа Свин работает по четвергам. До свидания. Пока! Бедный папа, ему надо работать. А маме повезло, ты можешь весь день играть дома. Я не играю, я работаю за компьютером. Джордж хочет играть в веселую курицу. Джордж, мы поиграем в веселую курицу, когда я закончу работу. Мама овца и Сьюзи заехали за Пеппой, чтобы ехать в детский сад. Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сьюзи! Хорошего вам дня в саду! До свидания, мама! Работай хорошенько! Миссис овца, вы работаете или играете? Сегодня я буду много работать. Я иду в спортзал. Что вы делаете в спортзале? Бегаю, прыгаю и скачу. Мама, это не работа, это игра. Пеппа и Сьюзи прибыли в детский сад. Здравствуйте все! Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сьюзи! Эй, дети, сегодня мы будем играть в магазин. Кто хочет быть продавцом? Я! Пусть Пеппа и Сьюзи будут продавцами. Все остальные будут покупать. Позовите маму свинью, пожалуйста. А, это папа Свин. А, папа Свин, нельзя звонить по этому телефону. Он только для экстренных вызовов. Это экстренный случай. Я нигде не могу найти томатный соус. Папа Свин, мне разжечь огонь? Да, пожалуйста, мистер Кролик. Будь осторожнее с барбекю, папа Свин. Положись на меня, мама. Мы, папы, знаем про барбекю все. Пока. Может, угля добавить? Подуй немного. Положи-ка побольше растопки. Теперь мы должны ждать пожара. И как долго нужно ждать? Может, долго. Я жду целую вечность. Сколько пожаров вы уже потушили, мисс Кролик? Ни одного. Ни единого пожара. Но мы должны быть наготове. Это пожарный телефон. Ты можешь ответить, Пеппа? Это, наверное, опять ваш папа. Хорошо. Алло, пожарная станция. Алло, Пеппа. Ой, папа, это ты? Ты непослушный. Этот телефон только для пожаров. Ты можешь позвать мисс Кролик? Будь хорошей девочкой. Папа хочет поговорить с вами. Алло, папа Свин. На этот номер можно звонить только когда... Пожар! 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 Ну вот, гриль папы Свина загорелся. Пожар! Пожар! Мамы, на помощь!
Держитесь крепче. Пожар! Пожар! Динь-дон! Динь-дон! Это пожарная машина. Мистер Бык вытряхнул наше ведро. Что ж, нужно убрать на столе. Можно мы тоже, мама? Да, можно. Я брошу пустую бутылку в ведро. Пеппа, постой. Что? Бутылки не выбрасывают ведро. Их перерабатывают. Что это значит? Все, чем больше нельзя пользоваться, бросаем в ведро для мистера Быка. Но все, что еще можно использовать, мы складываем в коробки. Красное для газет, синее для банок, а зеленое для бутылок. Пеппа, у тебя бутылка. В какую коробку ее положить? В зеленую. Да. Это весело. А теперь Джордж. Ну-ка, найди газету для красной. Джордж хочет выбросить папину газету. Я ее еще не прочитала, Джордж. Подожди-ка минутку. Ну все. На, возьми, Джордж. Газеты в красной коробке, Джордж. Наши коробки наполнены. Можно ехать в центр переработки. Ура! Едем! Мама несет бутылки, Пеппа – консервные банки, а Джордж – газеты. Все готовы? Да, папа Свин! Поехали! На переработку везем мы сегодня банки, бутылки, газеты. На переработку везем мы сегодня. Когда я скажу, заводите. Есть, капитан, папа Свин. Пошел. Папа Свин вытолкнул корабль из камыша. Ура! Молодец, папа! Залезай к нам! О, нет! Папа никак не догонит корабль. Скорее, папа! Глуши мотор! Что он сказал? Глуши мотор! Он сказал, глуши мотор! О! Ты в порядке, папа Свин? Да, в полном. Плывем домой, пока с нами еще чего не случилось. Есть, капитан, папа Свин! Ну что они там так долго? Надеюсь, мой корабль цел. Смотри, вот и они. Привет! Эй, на борту! Сейчас припаркую. Припаркую, корабли швартуют. Эх, я покажу тебе, как это делается. Сейчас дедушка Свин пришвартует корабль. Весь секрет швартовки в точности и сноровке. Берегись, мост! Что? Оглянись назад! Я это не нарочно. Дедушка сломал корабль. Ничего, дедушка, теперь тебе есть что починить. Это правда, я люблю все чинить. Можно я тебе помогу, дедушка? О-о-о, конечно, можно, Пеппа. С днем рождения, папа Свин! Большое спасибо. Ух ты, как много свечек. Потому что ты очень-очень взрослый, папа. Да. Ты должен задуть все свечки сразу. Я постараюсь. Ура! А вот и твой подарок.
Спасибо. Сапоги! Вот это да! Нужно испытать. Пеппа, Джордж и мама надели сапоги. Папа-свин надел свои новые сапоги. Папа-свин нашел маленькую лужу. Сейчас мы их испытаем. Лужа слишком маленькая для папы-свина. Мне нужна лужа побольше. Может быть, это подойдет, папа-свин? Ту! Что это? Это наш сюрприз для тебя. Что же они придумали? Это большая лужа. Вот это да! Сапоги просто превосходные. Скорее полезайте в мою именинную лужу. Папа с ним любит прыгать и скакать в лужу. Все любят прыгать и скакать в лужу. Это мой лучший день рождения. Папа Свин готовит на обед овощной суп. Папа, тебе помочь? Спасибо, Пеппа. Ты можешь убрать эти овощные очистки? Хорошо. Стой, Пеппа. Не бросай овощные очистки в обычный мусор. Бросай их в коричневый контейнер. На-на. Правильно, Джордж. Это кожура от банана. А еще здесь лук, морковь и разные остатки фруктов и овощей. Они понравятся бабушке и дедушке. Неужели бабушка и дедушка едят картофельные очистки? Нет, Пеппа. Это для дедушкиного огорода. Они помогают овощам расти. О! Мы можем отвезти их после обеда. Хорошо. Мама, Пеппа и Джордж везут овощные очистки бабушке с дедушкой. Приехали! Ура! Дедушка Свин, деда Ин, мы привезли вам особенный подарок. А, овощные очистки. Замечательно, мой огород будет доволен. Твой огород ест овощные очистки? Нет, Пеппа, эти очистки для моей компостной кучи. А что это? Я покажу вам. Вот она. Это деревянный ящик. Да, Пеппа, но это очень хитрый ящик. Я высыпаю сверху эти очистки. Вот так. А снизу выходит отличная жирная земля под названием компост. Как она получается? Это волшебный ящик. Хо-хо. Нет, Пеппа, у меня...